О, работнички бегут. Сегодня у нас 19 июля. Вечер. Не торопимся. Торопимся. Вперед. А Буся, да, а Буся нет. Нестор, обувайся давай. Тут горятит Люба Минаева. Мечет свое сено. Вот. Нас попросили помочь ей. Тарас, иди давай, иди, улыбаешься. Работай. О, шарик. Шарик, как обычно, энергичный. Шарик. Владимир Юрьевич, там надо посмотреть возле скворечника. Вилы, грабли. Что там есть? А кто в балерине? Вон там, у Игнатьевича. Никто не живет сейчас. Когда-то Игнатий Иванович там жил на втором этаже, на третьем. Да его, смотрите, какие высокие копёчки. Ой-ой-ой. А, давай, уже развязывайте. Мистер, а ты заходил в балерину? Нет, никогда. Смотри, это хозяин этой балерины увидит, что я так долго обуваюсь, то меня поведут на эшафот. А что так долго развязываешь-то? Мы делаем один комочек, я тебе помогу. Тимофей, а ты что перчатки не взял? Не важно, я тоже не взял. Ну что я? Ну что вы издеваетесь? Почему издеваются? Нас послали работать. Надо Милу было тогда дать. До работы дать, где грабли. Грабли. О, грабли. Есть еще грабли. Нет, больше нет. Там есть дома только. Он Милу не нашел. Нет, грабли-то у нас там все. Мы можем бегу принести. Там хорошие грабли, между прочим. Отправить их можно, да? А с кем ты пойдешь-то? Я с Агнией. Пойдем. Агния, пойдем ты грабляем. Нет, Нестор, пускай. Нестор, давай с Тарасиком сбегайте. Тележка, там стоят литовка, как и вилы. От вилы возьми литовка. Хорошо, Тарас, пошли. Тарас, побежали. Куда? Нас отправили за вилами. Там, рядом. Там. А с ребятами? А там, вот, а где мои все грабли, которые с города? Там они, там. Ну вот, ну вот сейчас они вилы принесут и за граблями по их отослать. Так. Ну давайте вы поснимаете, я сбегаю. Сейчас, сейчас скажу. Я сбегаю сам лучше. Там она в другом месте где-то будет снимать, вот в том огороде, там дальше помогать надо. Люба? Почему ты ничего не сказала, что здесь скрылась? Мы же ничего не знали. Я случайно увидал тебя. Тебе же не трудно было сказать-то. Я говорю, быстрее ешьте, бегом бегите, а то нас все
У тебя еще огород тот не тронутый. Вот еще. И вон там мне собрали. Ну, этот. Сказала, говорит, это же полбу не ударят за это. Мы что? Сама верши там они не знают, просто рядом кладут и. На белое нигде не напаритесь. Да быстрее ходите, ты что тут идешь? Давай, как по льду. Вон Марина, смотри, не сломай вилы. Она заворачивает, види, еще она берет. Ты его не сворачивай, а так просто втыкай вилы и тащи. Это Марина. Это не надо просто делать. И грабли есть. Руками не надо. Встань на ней. Руками не надо собирать. Граблями только. Налетели, орда. Сейчас еще грабли принесут. Это посильная работа. Нам со всех сторон помогают. Вилу-то держишь так опасно. Во! Бери вилами, ты что бросил-то? Вот так и собирай. Поля, ты опять лишняя. Понимаешь, нет той работы, которая тебя бы привлекала. Сразу лишняя стала, стоит. Она не знает, что делать. Растерянная такая. Это у меня голубятни. Рядом береза. Березы, березы, это мы сами садили. Провода идут. Всегда так, видишь, как. Помощи-то тут немного, но хоть подышат. Ни инструмента, ничего нет. Но увидели, Люба тут одна. Она телят берет, выкармливает и этим живет. Ей сено нужно. Ну и две копешки будет. Смотри, чтобы этот... Нестор, чтобы... Владимир! Вы возьмите у Нестора вилу, а ему грабли отдайте, иначе он ткнет кого-то. Он самый неблагонадежный в этом вопросе, вертоглазый такой. Сейчас еще дядя Вова придет, второй. Дядя Вова, мы с тобой. Вот еще у нее какой участок. Сейчас я покажу. Вот, пожалуйста, это Марина. Марина хоть куда, как паровоз. Вот она несет. А ребятишки-то что они стоят? Да ничего не делают тут так. Где-то что-то соломинку. Соломинку подобрала, вторую. Поели только скорее. Я говорю, Люба, а то она сейчас закончит. И... А кто увидит, бездельник какой-нибудь. Сексоман. Он, ой, дети, секс-рабыни. Дурь бесконечная. Ребенок всегда на покосе был с родителями. Маленькую косу ему сделает, грабельки. Все это он знал, как корова питается, молоко дает. Все, ничего не знает. Он рот разевает, ест и харкает. Вот граблей принес Володя. Потом все соберете. Мои грабли только смотри. Где они? Вот они. Смотри. Никому не давай, сам ими. Так, у Володи грабли берите. Агния, бери вон у Володи грабли. Сгребайте. Сгребайте и носите. Вон тете Марине подойдите, помогите. А то она граблями там метет. Никого не задевайте только. О, маленько хоть научится граблями. Вот уже что-то есть. Что-то опять неладно. Сломалось. А? Вот, да, она сломалась. Ну все, ничего не сделать. Подожди. Ничего не сделать. Где? Это чьи грабли? Вроде ваши. Ваши. Ну положи, значит, надо приваривать. Куда? Вот сюда, на забор. Ну куда понес? Ну выброс сюда на помойку, если такое. Так ты отнеси, где скамейка. Ты че в самом деле завертелся? В кусты забросить решил. Такой пацан прям, это смешной.
Вот так. Маленько начинает налаживаться. Это сегодня вечер. 20:00. О, это маленечко взял, принес. Тимоша у нас. Отойди оттуда, Нестор, ты еще попало делаешь. Издалека, вон смотри, Тимоша второй раз несет уже охапку сена. Ногами сгребает. Вот и все. А Люба мечет. А одна такое хозяйство держала раньше. Она всегда нам помогает. И продуктами, и всем дети. Дети живут здесь за счет того, что земля нам дает. Мы работаем и этим питаемся. Своя картошка на костер завтра понесут. А как без труда? Без труда это вор. Он обязательно воровать будет. Бездельник, дармоед называется. У нас колодец. Полной воды. Шарик ничего не стал здесь. Косточки упирается. Полную чашку дал ему. Ему косточки бросил. С молоком. Это вода у него. А это рядом каша манная. Такая прекрасная пища. Зря я ему дал косточки. Это барашек свеженький. Он теперь с косточкой расправляется. Вот кто к нам придет, у нас везде вот эта надпись. Прямо на дверях. Везде. На всех дверях, где бы кто ни был. И при входе. А вот кто-то ко мне приходит, сразу увидит надпись. А это надпись. Колокол. Где-то надпись должна быть. Какой год издания. Не знаю, видно или не видно. Должно быть 1774. Кажется, нащупал. Это Коря, коршуненок, его крылья на память остались. Не боялся ничего, и вдруг любознательность его заносит на последний смертельный круг. Это я написал стихотворение, Виктор Николаевич положил на музыку и пел. Это у меня здесь целый арсенал. Перья страуса, рога козла, тура, барана. Тут всякие гнезда. Уточку тут взял, вот робот Андрей. Она попала в сети. Щучила ее. Вот так, ласточкино гнездо. Вот я попутно показать. Вон они там. Сейчас пойду посмотрю. Ласточка у меня в бане. Вывела или не вывела. Что делать, не знаю. Уже третья неделя. Она сидит внутри бани, там дышать нечем, жара, стена плавится. Я все майкой чем закрываю ее. Кто есть тут? Никого нет тут? Яйца холодные, все, бросили. Слава тебе, Господи. Все, видно, застужили, они поняли. Мелконькие яйца. Ласточки на гнездо. Видно, все застудили. Они сгорели там. Все. А ты еще пришла. Бусы.
Это я гнездо подарю Полине. Давай, давай. Давай, давай, уходи, уходи, я там наступлю. Наступлю. Ну-ка. Он за мной бегает. У меня кот был белый. Я париться люблю. Захожу, а он под полог залезет и там сидит, ждет меня в баню самой. В жару. А жара такая, я в шапке захожу. О, пришла Паля. Ой, Паля, какая моя Паля. Это Буска. Вот они какие у меня кошки. У Пали хвост, как у лисы. Но она уже головку совсем прямо держит. Надо же. Я не думал, что она так будет управляться. Маленько еще на бочок после уколов-то. О, там у нее репей попался. Надо выдрать. Ну, сейчас